Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, гости канала, подписчики, моя такая большая дружная семья. Новые подписчики, с вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. К сожалению, последний ролик о помощи для Касси Честера, может быть, это стечение обстоятельств, может быть, то, что это ролик был выпущен на выходных, но сумма была собрана минимальная, это 17 тысяч. Я даже не могла оплатить стационар данных собак. Когда мы спасали Честера, я ко всем к вам обратилась и у всех спросила, спасаем ли мы Честера. Мы все сказали, что да, мы обязаны помочь животному. И мы его спасли. Честера прооперировали, но, к сожалению, долг за операцию 24 тысячи висит. Плюс все эти дни набегает, конечно же, стационар. А стационар – это в сутки 2200-2400 за одно животное. У нас их там сейчас находится двое. Это Касси и Честер. Моя такая большая дружная семья. Мне приходится... Спасибо большое, конечно, за то, что вы откликнулись и открыли свои сердца и собрали денежек на питание, помогли мне погасить долги за питание, но сейчас, к сожалению, я вынуждена была послать деньги, собранные на питание, отослать в клинику, потому что, ну, для меня, я еще раз говорю, долги – это прям как страшный сон. Хочется уже просыпаться утром и не думать о том, на что тебе накормить животных. На что, где взять, чего найти. И, конечно, бы уже хотелось бы с такой большой моей дружной семьей жить без долгов. Моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Нам экстренно необходимо собрать финансы на оплату операций Касси и Честера. У Касси предстоит впереди еще сложный путь. Это КТ, плюс будем ставить ей протез. Откройте свои сердца, помогите. Помогите нам оплатить наших пушистиков, которых мы с вами спасли, и клинику. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.